Размер социального найма определяется через коэффициенты. Место размещения, определение параметров, где это размещается, территория, где размещается будет помещение. Потом, если это квартира, в квартире будет одна цена и определяется размером площади квартиры. Если это общежитие и комната в общежитии, это другой параметр. Социальный найм для малоимущих – это примерно 300, ну, может быть, 400 рублей в месяц. Это примерно около 3-5 тысяч рублей в год. Социальный найм предполагает обеспечить малоимущих таким условием квартир. У нас предполагается, что количество таких помещений будет, может быть, в ближайшее время достаточно, чтобы обеспечить всех малоимущих. Коэффициенты, которые принимаются, еще учитывают благоустройство квартиры, то есть где есть горячая вода, где есть холодная вода, где есть условия, значит, вентиляции. Но есть здания в Севастополе, где нету, допустим, горячей воды, а стоит только газогенератор, который нагревает, где нету отопления, а есть еще печи. Поэтому показатель размерности стоимости социального жилья будет уменьшаться в этих помещениях. Мы сегодня только говорили о показателях, какой он будет, как он будет меняться. Я думаю, что он будет меняться каждый год, потому что цифры и индексации будут меняться. Мы предполагаем, что максимальные изменения будут раз в 3 года. Чтобы не менять каждый год, можно поменять раз в 3 года индексацию по стоимости социального жилья.